Ребят, всем привет. Я сейчас еду домой, я был в универе. Мы разговаривали насчет моей финальной работы с моим куратором. В общем, после этого мне нужно было заехать в магазин и купить некоторые продукты для рецепта. И одним из продуктов, которые мне нужно было купить, это был крахмал. В общем, я заехал сначала в один магазин, узнал, поискал, поузнавал. В общем, не было в этом магазине, в первом, в Меркадоне, крахмала кукурузного. Потом я поехал во второй магазин, в Алькампу. Он там оказался, что есть, но это я узнал уже, когда я приехал к маме. В общем, я позвонил маме, сказал, есть ли у нее крахмал. Она сказала, что да. В общем, я приехал, взял крахмал, и она мне насыпала в пакетик. Вот. А почему я говорю то, что я не знал, что в Алькампу и был? Потому что там название было написано кукурузная мука, тонкая кукурузная мука, не крахмал, а дословный перевод, тонкая кукурузная мука. А у крахмала есть отдельное слово, не знаю, почему они не назвали ему именно крахмалом, в общем, не суть в этом. В общем, я возвращался от родителей уже с этим, с пакетиком, и иду такой веселый, и поймал себя на мысли, что на меня что-то все очень странно смотрится, потому что, смотрите, у меня целый пакет белого порошка, и я думаю, поэтому на меня очень странно люди смотрели. Я еще иду такой веселый, бегу домой. Это весело было. Все, я сейчас еду домой, мы будем снимать видосик. Мы давно не делали готовку на канале Sweet Home, поэтому сегодня решили приготовить такой рецепчик для Хэллоуин. Вот. Кто молодец? Я молодец. Всем привет, ребят. Так, зарядки здесь нет. Ой, я отсняла видео, и я была в фокусе. Знаете почему? Потому что Ваня меня сфокусировал. Да-да-да. Мы покушали бешбурмак, очень вкусный получился. А Ваня уже тут как, тут счастливчик такой. Он такой, я говорю, ставь чайник. Он такой, меня диван придавил. Я говорю, это не диван тебя придавил, а ты диван придавил. Ничего себе, как вот это поворот, да? Меня. Зай, убирай свои драндули, тут этот тяжелый. Никому не нужный. Ничего себе. Он твой такой... компьютер матлаб даже не потащит. Ой-ой-ой. Не кинь его, пожалуйста. Какие мы грозные. Аккуратно лежит. Смотрите, очень аккуратно лежит ноутбук. Ты что, гений? Да. Да? Чуть-чуть? Вот так. Вот так вот? Да. Ой. Чай будешь? Будешь. Сколько? 2, 3, 4, 5? Один. Один. Один всего? Да. Черный. Я буду черный чай. Как кто? Как хлопья черные, как земля черная. В смысле заряженная? Я поставила заряжаться. Потому что оно мне там мешало. Не хочу. Я хочу что-нибудь сладенькое. Тебе вот такую чашечку чая? Угу. Да, такую. Именно такую. Ну расскажи, ты сегодня был на учебе, что там, как дела у тебя? Я был на учебе, короче, сказал, что я вчера мало съел, и мне из-за этого теперь нужно в следующей неделе очень много сделать всего. И ушел, и фокус потерялся. Я нашел идеальный размер для чая. Маленькая кофейная чашечка. Ты ж мой молодец. Давай вот эту. Мы сейчас будем снимать видосик на Sweet Home, как я уже говорил раньше. О, да. Да. А потом мы едем в медиа маркет. Да. Шикарно, да, шикарно. Только для начала мне нужно быстренько смонтировать видео. Мы приехали в медиамаркет. Знаете? Приехали в террасу. В террасу. Медиамаркет. Знаете, что мы сюда приперлись? В общем, мы приехали покупать новый аппарат зубных щеток, потому что та зубная щетка, которая у нас сейчас есть, ей очень много лет, она уже очень плохо работает. 6, наверное. Мне кажется, больше, Зай. Даже может больше.
хочешь. Да. И мы щетки, как бы сами насадки регулярно меняли, но сам вот аккумулятор и все остальное уже плохо работает, поэтому она мы. Она очень медленно работает, поэтому. И плохо чистит. Поэтому мы идем покупать новые. В общем, вот стенд с щетками электрическими. Мы хотим взять. Вот такую. Здесь аллигатор идет, чтобы чистить напором воды. И плюс зубная щетка с насадками. Угу. Почему ты такой купить? Ну, что у нас раньше была вот что-то вот такая вот. Мы такой вот пользовались 5 лет. То насадки уже сюда входят или насадки нужно брать отдельно? Да, вот эти вот все входят. Все входит, да? О, ну круто. Угу. Что, берем? Угу. Да. Тут еще есть Philips. Ой, брауни. Так браун. Это тоже браун. А, это тоже браун. Oral-B, видишь? Ну это браун. Ну так это тоже Oral-B, это тоже от брауна. Ну это другая. Да, но здесь вот просто вот это вот и все. Обычная щетка. Ой-ё. Наше давно так не зубов. Зубов не останется. Что есть вот такой вот? Но это же не такой? Нет, это другой, это 1000. Видел вот эти щетки, которые заряжаются от стакана? Ну, там в стакане стоит, да, зарядная? Чего здесь только нет? Это Philips стенд. Ясно. Ну что, все? А где наши? Где наши? Таких, как у нас, уже не производят. Нет, я имею в виду вот это, которую ты взяла, где она здесь, стенд? Прикольно. Мы взяли то, чего не продается. Надо посмотреть, она полная? Мы пришли есть блинчики. Да, такая атмосфера, прям столько людей, но не буду показывать. Все за блинчиками пришли. Вот я когда хочу блинчики, прихожу в какое-то место, и практически никто их не заказывает. А тут мы уже довольно долго стоим в очереди, и все заказывают блины. Да. Ну, и пахнет очень сильно и здесь. Пахнет, обалденно. Ну, почему-то никто мороженое не хочет есть. Вот. Я люблю мороженое. Холодрыгу? Холодрыгу? Прикалываешься? Кто камеру не зарядил? Кто молодец? Ты. Я? Ты же заряжаешь. Я зарядил. Подожди, я сделаю переход. Торговый центр. Хотя, как бы не особо торговый центр, но здесь прикольно. Мы все до сих пор стоим, ждем. Камера скоро разрядится. Мы только что вон, видите? Сзади нас
они уже сели, не видно. Надя с Альберто были, мы ходили в кино. С Надей мы ходим обычно в кино только на ужастики, и сегодня мы ходили на Аннабель вторую часть. Фу, вообще, настолько... Вообще, такая фигня просто. Чуть не хон. Нам вообще не понравился никому фильм. Даже Наде. Даже Наде не понравился. Ну, такой Альберт сказал, мне вообще не понравилось. Я ее уже ждала, когда будет эта концовка. А девчонки и девочки сыграли круто. Спецэффекты тоже. Ну, как бы все очень банально. Единственное, что не хватает в этом фильме, как по мне. Хорошего сценария. Сценария. Там непонятно, к чему, почему, зачем. Кто-то сейчас может сказать, что посмотри первую часть, и все поймешь, и на-на-на. Ну, знаете... Нет, не хватает какого-то смысла в этом. Нет, ну вообще во многих фильмах ужасов необъяснимые действия главных героев. Но это ненормально, когда ты смотришь фильм и все время говоришь, ну насколько все тупо. Почему вы делаете так? Ну вот это вот всегда. Аура? Да. Хорош ты во всех фильмах ужасов. Это да. Даже в «Оно» присутствует это, да, но это не настолько. Это не настолько очевидно. Да, не настолько. Оно есть какая-то история. Там, не знаю, мне намного больше понравилось. Мне тоже. То, что мы сегодня посмотрели, какой-то жуть. Чьи куклы такие страшные? Зачем делать такие страшные куклы? Ну, ты же слушать фильм можешь. Ты же кукловод. Ой, кукловод, господи. Ты же делаешь куклы. Делай куклы посимпатичнее. Нет, самая страшная кукла. Ой, короче, капец какой-то. Все, мы едем домой. Наконец-то доедем. Потому что время уже полдвенадцатого. Я уже спать хочу. У нас У нас разрядилась камера. В общем, пока мы ехали. Все, мы уже сейчас собираемся спать. Катюша, вернее, спит. Мы почистили зубы новой щеткой с аллигатором. Вообще так круто. Огромная просто разница по сравнению с тем, что у нас было. Потому что старая щетка у нас, можно сказать, практически не чистила. А это прям супер. Вот, и сейчас будем ложиться спать и увидимся с вами завтра. Так что всем пока-пока.